Многие садоводы спрашивают, какой же томат я больше всего использую в засолке. Конечно же, это томат Карнабель. Многие садоводы знают этот томат. Очень полюбился он в последнее время нашим садоводам. И есть за что его любить. Я считаю, что это один из самых урожайных томатов на сегодняшний день. Если в описании производителя, а это известнейшая французская фирма Velmarin, говорится о том, что на одном кусту до 50 томатов. Я насчитывал и 70, и 75 томатов на одном кусту. Причем красивейшей вытянутой формы, ну и отличного вкуса. Большую часть томатов, наверное, мы съели все-таки в свежем виде. Делали салаты замечательные. Но и в засолочке. Посмотрите, как они великолепно ложатся в баночку, в засолочке. Томатики примерно 15 сантиметров и... Одни из самых красивых баночек моих помидорных, это, конечно, томат Карнабель. Уважаемые садоводы, побеспокойтесь заранее об таких замечательных, оригинальных семенах томата Карнабель. Воспользуйтесь акцией, которая проходит сейчас на сайте семена.ру. Приобретите оригинальные семена и вырастите такой хороший урожай этих замечательных томатов. Я уверен, вам понравится. Вам понравится урожай, понравится вкус. И понравится вообще это необычайно красивое растение с такими вкусными плодами томата Карнабель. Удачи и хороших вам урожаев!